Давно вы к нам не заглядывали, рада вас видеть. Переходим в дерево сюжета. Железная наводка. Пятый номер в третьем. Быстрее молнии. Зуб даю, всех пыли оставлю. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, сейчас самое время обсудить материалы по девиантам. Нет, сейчас не самое время обсуждать материалы. Сейчас у меня обед. А ты перейди в спящий режим и дай вздохнуть спокойно. Пожалуйста. А, спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Педал. Приятного аппетита. Спасибо. Не хочу вас пугать, лейтенант, но я думаю, ваши друзья занимаются нелегальной деятельностью. Всякий в этой жизни крутится, как умеет. Они никому не мешают. Я их не трогаю. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь.
Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь. Я занят расследованием дела. Остальное меня не касается. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Конор, у тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Что за хрень? Господи, ну и вонище. Похоже, зря притащились. Он ушел. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа, как мамка в детском саду пришивает. Эти права поддельные. Круто. Хоть не зря приперлись.
Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Тебе-то этого не понять. Везде эти сраные голуби! Ну чего ты ждешь? Лови давай!
Черт! Ведь почти! Черт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Ничего. Мы его тебе знаем. Найдем. Эй, Коннор. Ничего. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно. Мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. Если это ставлен так, чтобы прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место, где наши свободны! Найди Иерихон! Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободные. У вас просто другой хозяин. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи к Люси. Может, будет полезно. Наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. Thank you.
А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Тебе, Маркус. Ты Люси? Присядь. Покажи. Выпей.
Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле.